Есть спец по 55-59. Так что ты сказал, есть продавец частей в Орегоне. Уверен, да, я уверен в Орегоне. Как его зовут или имя его компании? Его компания называется «Спасение классических траков». У него есть YouTube-канал, и у него много. Всем привет. Разных таких, как Бит. У него есть запчасти, да, конечно, ты, если ты хочешь их достать. Кажется, его имя Рик Мейнер, если загрузить CTR, это его веб-сайт. Я не знаю, если это дорого, но я знаю, он продает запчасти по всему миру. Вот что я тебе теперь скажу. В этот трак запчасти в магазине вряд ли найти. Да, ты прав, если тебе нужны крылья, куски кабины, он и обрежет, и пришлет их тебе. Я думаю, крылья легко найти, но движок, коробка, все эти вещи не так легко достать. Так что я не знаю, было бы классно вернуть его в оригинальное состояние, конечно. Но я не знаю пока что. Ну да, когда начнешь, тогда и решение придет само собой. Типа сколько потратить, какие затраты вернуть его в оригинальное состояние или сделать из него контракт. Может быть, кто знает, но он долго стоял, но мы на нем возили металлолом, он все еще работал. Да, я уверен, как у него хорошие кости. Да, для меня этот трак в отличном состоянии, особенно для 1955 года. Вот еще вещица. Он всегда был в этой семье, он был на ферме прадедушки моего хозяина. Да-да, я слышал, он был на ферме. Его кузен водил его какое-то время, и когда движ начал уставать, хозяин пересыпал движок, и он был тут как трак для компании. Кажется, он был в этой семье с нуля. Да, скорее всего, я это тоже слышал. Да-да, ну что, мы все готовы начать загрузку? Давай-ка взглянем. Yeah. Uh-huh. Yeah, probably. That's what I heard too. So, what are we all ready to load it up now? Let's see. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Здравствуйте, всем привет. Вот сюда, пожалуйста. Вот я только что заметил это дело. А что здесь? Это Лайба. Лайба, Шевролет. Да. Такой вот у нас Шевролетик. 59-го, да, он? Нет. Ой, 55-го. Офигеть. Сиденье почти нового. Новое для этого года. Ну? Открывается нормально, как большинство советских автомобилей. В общем-то. Ладно, ребята, надо загружанты и отсюда смыванты, потому что мне уже надоеданты, такие дела. Ой, друг, здесь затянется, здесь хорошо, я потом поверну. Сейчас мы отломим ему нафиг все. Нет. Не, я шучу. Опа. Что це було? Это было с металлом. Надо было смотреть. Ступеньки. Ну мы проехали, да, вроде? Ништяк. Лишь бы только это. Горло нафиг не отрубило, если соскочит. Давай. Стоп.
Сейчас подденем немножечко вот это место. Это трейлер вообще для тракторов, они же высокие. А машинки такие, они низенькие, низёхонькие. Ну где наше не бывало, мы сейчас все запрём. Против лома нет приема. Вот оно. Вот оно. Все сказано, блин, одним словом. Хорошо. Сейчас, кажется, еще что-то. Пока хорошо. Там этим, это, болт. Ткни его вверх тоже. Не. Ага, вот этот. Во. Надо руль выворачивать влево. Гидравлика, блин, прям вообще. Движка нету, блин. И у него же ведь этот, у него же гидравлики не предусмотрено, так что он как раз. Да. О, одной рукой, Петр Алексеевич. Все, прошли преграду. Ага. Так. Ну да. Ручной тормоз, блин, работает, да. Что там? Вот. Не, ничего. Не, все нормально. Все нормально. Лево руля. Столько же направо. Право руля. По-моему, мы приехали. Да, все. Отлично. Просто круто. Ты оставляешь так. Не, ну конечно, а что его? Ну цепь потом вернем. А, не, можно и сейчас. Не надо, оставим, да? Так. Ну хорошо. А, завтра, да? Я заберу в понедельник. Да. Вот он заехал. Хотя, в принципе, знаешь что, можно его толкнуть, у меня есть цепь, он же катится, блин, у него же ничего не заклинило. Он же живой, блин. Ну, выровнять колеса и толкнуть. Да. Покажи, сколько запчастей вкусно. Да, сейчас посмотрим. У нас там еще эти запчасти, короче. Все, что осталось сделать, вот из этой кучки собрать движок, прикрутить трансмиссию, вот. Ну, в общем, вот в этот блок засыпать запчастей. Петр Алексеевич с закрытыми глазами. Все это сделаем вместе, как говорится. Вот. Посмотрим, что будет. Или старый будем ставить двигатель. Или, конечно, новый поставим. Посмотрим. Какой еще вариант? В двух вариантах. Старый. Опа! Стоп. Вот так. О! Ручник работает, блин, надежный. 55-й год. Не, ну у него вообще он живей живых, блин. Под низом. Рама вообще. Она спаслась тем, что он тек. Да, я думаю, что качество еще. Качество, думаешь, да? Блин. Редуктор как на 30. Да, редуктор здесь серьезный, блин. Знаешь, как этот называется, задний мост? Full floater. Ё-моё, глушак, блин! Где глушак? Надо попросить скидку на глушитель, блин. Офигеть. Мне кажется,
заварить это 5 секунд. Ну да. Здесь вообще не вопрос. Здесь вообще не вопрос. Здесь вообще не вопрос. Есть. Не, он живой. Он вообще просто. Он, ну, он практически, блин, новый. Короче, ну не, ну ребята, рама, смотрите. Рама, блин, 55-го года машина. Ни одна заклепка ранее. У него как у Урала вон спидометр еще вон торчит, блин, эта хрень. Чтоб крутилась, блин. Вот она. Он живой, блин. Посмотри, ни одной заклепки не раскачано. Нигде не треснет. Да, все клепки в норме, все в норме. Блин, некоторые новые траки в таком виде не это. Там 99-го года он весь в труху превратился, а здесь за 60 лет вон только чуть-чуть. Не гнилые. Ну. Офигеть. Амортизаторы, наверное, еще работают, елки-палки. Вон они. Ребята, следите, это будет проект века. Проект века, да. Я хочу. Прям руки просятся. Да, 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 да. Морда какая у него, да? На кого он похож? Я не знаю. На Сома. Комментарии выкладываю. Да. Давайте, на кого похож этот трак? На какую... Ну, на кого он похож, этот трак? Оставляйте свои комментарии. С чем можно его сравнить? С какой советской техникой? Или с чем вообще в мире? Советская техника, я думаю, очень близок к зиму. К зиму? Не, ну ты лучше разбираешься в зимах и... И в летах. Так, давай. Все, ребята, пора нам это все, короче, завершать. Вот такой вот проектик. Скажи про то, что трак да. 15 лет, он ездил. Да. Его разобрали, а нечего делать. Решили да. подкинуть кольца. Мастера решили подкинуть кольца. Разобрали, короче, все до винтика. И с благими намерениями сложили в угол. Для нас, блин. Заметь то, что механики в Америке ленивые. Тем более эта работа как бы такая. Ну, смотря откуда они приехали, блин. Вот. Ладно, ребята. Всем до новых встреч. Скоро будет нормальная такая серия еще одна. Так что все будет прикольно. Давайте. До связи, как говорится. Всем привет. Покажи, до новых встреч. Покажи вот здесь. Еще что-то показать. Давай. Бонус, бонус, бонус. Здесь войдет даже 10 цилиндров двигатель. Да. На такую раму она как в КамАЗе. И все, что хочешь, выдержать. Надо. Даже это будет что-то. Жена с работы придет, я сюда залезу, вот так вот. Смотри, арматура. Все тебе. Ну. А красота, да, вообще? На доску-то осторожно. Вот сзади тебя. Осторожно. Да. Вот такие дела. До новых встреч, друзья. До новых встреч.